Сюда! Сюда! Похоже, сюда! Похоже, сюда! Похоже, здесь! И налево. Или нет? Сейчас проверю. Вот он! Что? С другой стороны тут нет входа. Закрыли. А есть? Это видео. Похоже, это здесь. А уже за углом должна быть... Это наш район? Это все наш... Это похоже наш район. Это Шевченковский район. Все равно. Огромный. Вот тут забор, который мы видели с другой стороны. Но где-то здесь. Сотка машин, сотка я сел, сотка я даже свое письмо. Какой-то старый дом. Она там должна быть, похоже. Тихо, цыган. Цыган. Тихо, 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 тихо. Тут их много. Налево, 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 налево. Мы уже здесь. Да написано уже адрес. Моя подруга. Посмотри, какой кот черный. Сын. Нормально, подруга. Нормально, подруга. Сын. Нормально, подруга. Смотри, сын. Нормально, подруга. Ну, где-то должен быть памятник. Нормально, подруга. Сын. Нормально, подруга. Все есть. Смотри. Смотри, что написано в доме. Цыгане живут? Нет. Не повезло, Лида. Или повезло. Олесь, раз уж ты богаче живешь. Придется это видео все резать дома. Понял, планетарий. А что находится тут? Вот он планетарий. Да. Тут стрелки так спешат, будто бы. Знаешь, не. Я понял, что это прикол. Интересные места тут. Город тут подошва, прости. Да. Пошли. Тарарарарарара. 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 Та-ти-да-ти-да-ти-да-ти. Та-та-да-да-да-да-да. 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 Та-та-р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 а. Дын-дын. Дын-дын. Дын-дын.
ты, сучка ты, крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Девушки, уймите вашу мать! Лютка! Лютка! Фу, деревня! Знаєте, в житті кожного мужчини рано чи пізно настає момент, коли якась жінка припирає його до стінки і заставляє на собі женитися. Причому, як показує практика, найефективніше припирає на сьомому місяці. Сьогодні говоримо про українські весілля. Весілля бувають різними, коротка класифікація. Бідне весілля. 300 чоловік в кортежі Волги і Жигулі, лабухи грають на іоніці сердючку, молодий наречена постійно свариться, все відбувається в столовій школи, яку вони півроку тому закінчили. Дин-дин.